вечер, и спикер на месте, так что не переживайте. Вот. Просто по времени уже, я думаю, что кто постоянно к нам ходит, заметили, что 3-4 минуты надо всегда отдать на сбор, а те ролики, которые мы сейчас показываем, друзья, я думаю, что их не лишний раз и пересмотреть, и сделать, и еще раз и окунуться в эту атмосферу, окунуться в эту... наш общий праздник, общий, как мы его называем, фестиваль, который был именно SkyWay 25 октября. Поэтому, друзья, я считаю, что это хорошее начало нашей встречи. Вот. И сразу анонсирую то, что у нас будет в конце. Мы подготовили, то есть те, кто были 25 октября, помните, что там было два очень интересных таких... события, связанные с шоу, с лазерным шоу. Один в начале, когда только Анатолий Дадж зашел и показали лазерное шоу, и мы уже один раз его показывали. И второе, это песочное шоу. Конечно, оно очень интересно сделано, то есть это действительно впечатляет. И те, кто видел, я думаю, что вы с удовольствием еще раз пересмотрите. А те, кто этого не видел, друзья, рекомендую. Мы в конце вебинара как раз поставим два вот этих шоу и песочное шоу, именно посвященное SkyWay, и лазерное шоу. Поэтому, если у вас еще будет там несколько минуток в конце, обязательно посмотрите, либо возьмите ссылки потом, которые тоже обязательно дадим, и пересмотрите. Друзья, получите искренне такое действительно удовольствие, и действительно это впечатляет. Ну вот, друзья, значит, появился опросник. Это особенно для новичков, кто зашел. Видите, у нас уже сегодня к нам на огонек заглянуло аж 17 новичков, поэтому мы сегодня еще проводим в старом режиме наши вебинары с Алексеем, то есть мы в 13 часов уже провели. Сегодня, значит, со следующей недели, друзья, мы будем несколько менять формат, в том плане, что мы будем несколько разносить встречи для новичков. Ой, извините. Те, кто заходит к нам первый раз, вот. И для тех, кого уже будем дальше продолжать информацию и, как мы это называем, технико-экономические вебинары, то есть взгляд через призму, через очки SkyWay. Почему мы сейчас, друзья, вводим опять систему... Ой, подождите секундочку. Алексей, возьми сейчас на секунду, я просто это Юницкому отвечу сейчас, буквально на секунду, ладно? В это самое. Ответь, пожалуйста. Ну, в смысле, возьми, пожалуйста, а я сейчас через 3 минуты включусь, ладно? Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, Анатолий Дарович, собственно, не прерывается. Да. Сергей Анатольевич, пожалуйста, звук. Не прерывается ни на минуту работа. То есть у нас, можно сказать, круглосуточный иногда режим работы. То есть очень много работы сейчас делается Transnet Group. И сегодня мы покажем вообще вот предназначение Transnet Group, которое на самом деле сами недавно осознали. Приветствуем новичков, 24 человека. Друзья, сегодня мы попали на вебинар, который уже, так скажем, посещают далеко не новички. И с Сергеем Анатольевичем мы сделаем распределение уже, я думаю, на следующей неделе. То есть новички также будут посещать наши вебинары, но мы будем рассказывать несколько другие вещи, чем рассказываем уже для людей, которые посещают 2, 3, 4, 5 и 5 и более раз. Меня зовут Суходоев Алексей. Сергей Анатольевич Сибиряков является экспертом по Transnet, по SkyWay. Это человек, который развивает технологию SkyWay более 15 лет. Это руководитель отдела адресных проектов. Это консультант по макроэкономическому прогнозированию именно Transnet Group и вообще для группы компании SkyWay, уже такой как неофициальный, так скажем. И меня зовут Скодоев Алексей, являюсь руководителем отдела внешнеэкономической деятельности и также руководитель отдела адресных проектов. Более того, друзья, мы подготовили для вас данные для заполнения по реестру адресных проектов. И в скором времени ожидайте на почте, ожидайте рассылку, так как все прекрасно знают, что для того, чтобы излишней болтовни и так далее, чаты были расформированы Андреем Федоровичем Ковратовым,
Но нас с вами ожидает очень интересные, очень мощные точки для входа в информационное поле. Те точки, которые должны быть у современной крупной корпорации, которая намерена занять очень серьезную нишу вообще в бизнесе, как в Российской Федерации, так и в других странах. Ну и, собственно, та корпорация, которая одна из первых в мире развивается именно по сетевому построению корпорации. То есть вы все сегодня, вот 25 человек, в том числе новичков, находятся в данной комнате только потому, что наша компания и наша группа компаний, международная группа компаний Skyway развивается посредством народного инвест-краудфандинга. И, друзья, это действительно счастье для каждого из нас, что мы все с вами можем участвовать в формировании и наполнении народного экономического ковчега и, соответственно, в реализации новой экономической эволюции мира. Благодарю всех присутствующих за то, что, собственно, посетили наш вебинар. И перейдем непосредственно уже к самой презентации. То есть вообще вот хотелось бы в первую очередь поприветствовать уральцев, своих земляков. Дамы и господа, в конце вебинара или когда Сергей Анатольевич будет вещать, я сброшу свои контакты, чтобы добавиться и обменяться с вами контактами, потому что уже в Челябинске мы реализуем адресный проект, то есть я видел людей из Копейска, по Копейску тоже, с Челябинска на Копейск у нас планируется и велось уже предварительное обсуждение с Министерством транспорта, управления транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области. Есть понимание, есть желание реализовывать, но начнется все как раз таки с концепции Unibike. То есть сегодня также мы затронем тему, вот, пожалуйста, на слайде увидите, это легкий подвижной состав, это транспортная система, которая будет являться одновременно не транспортной системой, а просто аттракционом, но, соответственно, будет как точка входа для того, чтобы реализовывать технологию Skyway в том или ином городе, в том или ином регионе. И это та стратегия, которую мы нащупали с Сергеем Анатольевичем, родили, собственно, зимой, и в сентябре она была донесена группе компании Skyway. Мы нашли в этом понимание, и именно синергетический эффект произвел именно направление легкого прогулочного транспорта. На сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого вы пока не увидите это направление, то есть для широких масс, для потенциальных заказчиков в открытом доступе оно зашифровано сейчас, потому что, естественно, ведется работа по разработке, естественно, сейчас нарабатываются патенты и так далее, потому что, друзья, вот с этого все начнется, с этого начнется мировая индустрия транспорта второго уровня, да, будут конкуренты, но на то, как бы и формируем стратегии правильные, именно руководство международной группы компании Skyway, наш отдел адресных проектов, именно техническое направление Transnet Group. А почему я говорю про Transnet Group? Потому что, друзья, на самом деле то, что сейчас вот 560 человек, очень приятная цифра, но я хотел бы донести до вас очень-очень важную мысль. То есть сегодня мы обязательно пообщаемся по гектару земли, по потребительскому обществу, но в первую очередь я хотел бы идеологическую мысль до вас донести, и в том числе, чтобы вы понимали, что такое Transnet Group. Transnet Group – это особое подразделение международной группы компании Skyway. Это то подразделение, которое является спецназом, то есть эту формулировку придумал Сергей Анатольевич Сибиряков, я абсолютно согласен. Это своеобразный SWAT, если именно в американском стиле произносить. Это группа быстрого реагирования, это действительно отряд срочников, контрактников, которые вскрывают этот рынок холодных контактов. И уже вот мое дополнение, мое понятие, мы как ледокол прорываемся сквозь непонимание, сомнения в нашей технологии, в нашем проекте. Но, друзья, я уже развиваю это направление более полутора лет, то есть в 10 раз меньше, чем Сергей Анатольевич
Сибиряков, но могу сказать, что многие уже начинают смотреть не то, что серьезно, а просто присоединяются, просто пишут, что Алексей, к сожалению, в моем направлении больше не работает. Я вижу, что у вас Skyway развивается и только летит вперед. И, друзья, это действительно огромное счастье развивать такой проект, когда мы видим вектор, мы видим направление, мы формируем именно горизонт планирования долгосрочных целей. И Transnet Group это является именно группой быстрого реагирования, кто занимается окучиванием, так грубо говоря, если, и вскрыванием, мы как консервный нож вскрываем вот этот рынок именно потенциальных будущих инвесторов группы компании Skyway. И это самая сложная работа. Вот сегодня те 576 человек, которые находятся на вебинаре, я думаю, что новички, прошу прощения, естественно, для кого-то это может быть очень, так скажем, резко, очень, так скажем, неожиданно, но вот эти вебинары по средам, именно вот в 13:00 или 20:00 по Москве, это уже те вебинары, которые мы ведем для людей, которые горят этой программой, горят развитием Skyway по всему миру. В эту субботу на выходные я поеду в Казань проводить конференцию. Казань, огромный привет, увидимся вживую, пообщаемся, обсудим очень серьезные потенциалы вашего региона, адресный проект, потому что еще одно направление, которое Transnet Group взяла на себя, и что согласовано на самом деле, в том числе с Анатолием Эдуардовичем Яницким, то, что мы будем первым эшелоном финансирования адресных проектов. Финансирование адресных проектов – это не значит не финансирование технологии Skyway, потому что примерно до пятого этапа, все вот эти вот этапы до начала строительства и до начала присутствия, именно необходимости присутствия специалистов на территории регионов, когда уже оплата и расходование денежных средств пройдет уже на местах, до этого времени, естественно, на различные работы, на проектную техническую документацию, на проектно-изыскательные работы, на подготовку действующей модели 1:5, и, соответственно, вот мы тоже очень сильно ждем с Армадом сейчас. Он недавно вернулся с переговоров с Ирландией, там он общался с министрами, началось это общение с министра спорта и туризма. Далее, собственно, вывели именно на серьезный круглый стол, на серьезное совещание с действующими главными лицами Ирландии. И сейчас решается, не будет ли строиться парк где-то, а где он будет строиться. Также мы с нетерпением ждем совещание в 10-х числах декабря, которое состоится уже с высшими эшелонами властей Челябинска. Будет обсужден именно проект, где будет строительство, соответственно, юнибайков, какую трассировку можно определить. Будет проведена презентация именно уже для людей в высших эшелонах властей, но которые не в курсе о нашем проекте. Ну, я думаю, что уже все в курсе, потому что на одном форуме транспорта и логистики, уральском, извиняюсь, форуме, мы, соответственно, представились как сенсационное такое явление, и несмотря на то, что буквально за два дня мы стали участвовать в этом форуме, но мы произвели огромный, неизгладимый такой эффект положительный. На экологии уже были наведены командой Челябинского адресного проекта. Я подчеркиваю, именно командой, потому что все директора, которые будут заниматься адресными проектами, я хотел бы сказать, что не пытайтесь это сделать в одиночку ничего не получится. И более того, вот все 603 человека, я очень рад, что количество участников растет, все 603 человека могут справиться уже с задачей достаточно серьезно, если нас будет на вебинарах тысячи людей, это будет еще более замечательно. Но по одному мы ничего не сможем сделать. И на ближайших вебинарах, я думаю, что мы представим уже конкретную идеологию, которая была проработана также еще зимой, примерно во время стратегии, разработки стратегии по юнибайкам. И, друзья, повторяю, и
Обязательно это осознайте, поймите. Есть и более тепличные условия работы, но труд именно Transnet Group, те, кто участвует в активном развитии и в активном пробивании этого рынка, этого первичного рынка, я могу сказать, что это действительно сложные условия, боевые действия конкуренции, боевые действия непонимания, сомнения, и мы как ледокол прорубаем вот этот лед к нашей цели. И далее, соответственно, люди решают, где им участвовать, в корневую компанию напрямую входить, но условия они не будут различаться, и более того, будут различные преференции от Transnet Group. Вы узнаете об этом завтра, обязательно не пропустите бесцедентный и такой вот спонтанный вебинар. Был запланированный, конечно, вебинар, но тема будет очень спонтанная, потому что это подчеркивает наш синергетический эффект и наш эффект именно совместного развития в векторе SkyWay. То есть Анатолий Эдуардович Юницкий, непосредственно руководство международной группы компании SkyWay, абсолютно это понимает. И сейчас, да, я могу сказать, что мы с вами это спецотряд. Спецотряд, который имеет потенциал в более чем 150 зарегистрированных участников, тысяч, естественно. И это более 10 тысяч, я думаю, ну как минимум это 5-7 тысяч именно активных инвесторов. И те люди, которые посчитают, что они не будут находиться на борту вот этого ледокола, но на борту этого ледокола уже присоединяются очень серьезные деятели, как и спецы построения сетевых структур, так и многие проекты. И что говорить о проектах? Целые заводы, предприятия падают и присоединяются к нам, несмотря на то, что мы действительно сейчас все развиваемся дальше и глубже. И давайте перейдем к той теме, которая, я думаю, всех волнует. Это концепция линейных городов. Это как получить бесплатно 1 гектар земли. И этот подарок судьбы нам подготовило государство, за что мы ему безгранично благодарны. На самом деле все происходит абсолютно не случайно. Я бы сказал, абсолютно закономерно. Потому что наш проект действительно, и почитайте статью Кирилла Бадулина, посмотрите еще старенький, так скажем, видео, ну, можно сказать, для Сергея Анатольевича, но для нас это более чем новые видео, когда Сергей Анатольевич говорит про птеродактили цивилизации, то есть про нашу современную авиапромышленность и те сопротивления именно уже существующей современной среды, те очень серьезные аварии в отечественной авиации, которые мы с вами испытали, пережили вот буквально в прошлой неделе, это действительно заставляет задуматься, что наш проект нужно не то что развивать, о нем нужно рассказывать всем и каждому, абсолютно знакомым и незнакомым людям. Сергей Анатольевич, вам слово. Не слышно, Сергей Анатольевич, включите звук, пожалуйста. Микрофон выключил, чтобы не фонило. Это самое, да. То есть, я, друзья, не могу не сказать, что кто бы мог подумать, что когда я в марте прошлого года познакомился с Алексеем, он ко мне подошел задавать первые вопросы, что сейчас будем с ним вот так вот вместе работать, вести вебинары. Я могу сказать, что я сейчас с большим удовольствием его слушаю и некоторым вещам даже начинаю учиться у него. И я считаю, это очень такой правильный, хороший процесс, когда в свое время я его чему-то учил, передавал какие-то навыки, знания. Мы с ним много тренировались, я его даже некоторое время очень, так сказать, мы с ним смотрели записи, отрабатывали каждую фразу, там, отрабатывали постановку речи. А сейчас я могу сказать, что когда вот такая молодежь и так активно работает, то это приятно. Вот, еще тоже извиняюсь, что я сразу включился, потом просто был срочный вопрос, позвонил Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, от него большой всем вам привет, мы тут наметили, у нас сейчас новый этап, новый выход и по работе и самой РСВ компании, и SkyWay Capital, и нашего направления, я сейчас об этом
друзья, как бы и скажу это, поэтому цели и задачи у нас расширяются, мы работаем по логике горизонта целей, то есть когда подошли, горизонт расширяется, мы идем к следующим целям, подходим, они дальше расширяются, это, друзья, процесс бесконечный, поэтому мы делаем сейчас очень много таких важных шагов, и как раз от нас требуется в ближайшее время, и мы как фонд и команда, которую вот собрал Андрей Ховратов, и в которой вот мы с Алексеем работаем, мы сейчас ставим цели задач, нам за полгода надо привлечь, что значит привлечь, друзья, это тоже очень важное понятие, которое мы хотели до вас донести, это информацию, которую мы должны донести о проекте, человек должен заинтересоваться и для себя дальше уже принимать решение, участвовать или нет, то есть это называется, ну, можно так сказать, рекрутинг, но мне не нравится это сетевое слово рекрутинг. Есть хорошее слово, которое называется вербовка. Так вот, мы должны завербовать, объяснить и показать, и научить большое количество людей. Вот мы ставим перед собой задачу. Сейчас вот мы начинаем, наверное, со следующей недели с Казани. Вот Алексей туда едет, там, по-моему, Виктор, да, Собор, еще Нелли, наши такие активисты. Мы начнем вот эту работу, и дальше прям буквально за месяц должны выйти на 3-4 конференции региональные, где должно быть не менее 1000 человек. И мы тоже сейчас, друзья, будем с вами менять работу и по вебинарам. То есть мы хоть и растем, видите, там 613 человек. Саша, правда, Мынко вчера, у него было 650, поэтому мы с Сашей поставили задачу. Нам надо интенсивность увеличить. Но сейчас мы, друзья, будем тоже несколько менять формат. Те, кто уже в проекте, то есть, как мы называем, уже ответственный, квалифицированный партнер, то, что наш идейный соратник, мы будем для них делать как бы клубную систему, то есть мы будем делать вебинары, на которые не может прийти новичок, не может прийти человек, который не сделал определенные шаги. Это делается для чего? Все-таки огромное количество информации, которую мы внесем, это тоже просьба сегодня от наших партнеров, ее надо классифицировать, ее надо доносить. И вот сегодня вот новички, которые зашли, а их порядка сегодня 30 человек на вебинаре, вы представляете, насколько им сегодня тяжело. То есть мы с вами живем в этом проекте, мы понимаем, о чем речь, мы все с полуслова понимаем, какие цели и задачи ставить. А для них, кто первый раз зашел, который первый раз слышит слово Skyway, Transnet, Юницкий, ВВП России в 10 раз, программа развития страны и континента, миллион человек привлечения, строительство в Марьиной Горке. Представляете, какая сегодня нагрузка и как мозги скрипят у тех, кто зашел первый раз. И для того, чтобы людей не вызывало отторжение, надо все-таки разделять. Мы будем с Алексеем для новичков проводить, это своя работа, где мы им будем объяснять, что такое шестой технологический уклад, откуда родился пятый уклад, какой был четвертый, и почему то, что мы сегодня делаем, это абсолютно закономерный процесс, и сегодня технологический процесс, который невозможно остановить, он подошел к тем стадиям и тем законам, которые мы сегодня реализуем. Почему струнные технологии Юницкого, зародившись 40 лет назад, только сегодня получили возможность развиваться? Почему при смене технологических укладов происходят социально-экономические изменения? Когда третий уклад менялся, входил четвертый, рухнули основные империи, тысячелетние империи, то есть Российская империя, Австро-Венгерская, Османская империя, Британская империя. То есть весь этот изменение в мире, которое произошло, когда четвертый, пятый уклад менялся, входил интернет, изменилось информационное пространство, рухнула советская система, Советская империя, тоже казалось непотопляемая, такой мощной, которая 70 лет просуществовала. То есть это, друзья, закономерные процессы. И сегодня, при начале запуска шестого уклада, в котором мы с вами принимаем участие, который благодаря нам сегодня запускается, мы сегодня, используя возможности интернета, создали краудинвестинговую систему, которая финансирует проект, который меняет мир. Поэтому, друзья, это все, я так скороговоркой проговорил, для тех, кто уже на вебинарах, для вас это абсолютно естественный процесс. Вы уже в этом живете, для вас это все понятная вещь. А для тех, кто новичков, для тех, кто зашел, и чтобы не вызывало отторжения, просто надо сначала детский сад, первый класс, второй, третий, пятый, потом переходить в старший класс, и потом в институт. Поэтому здесь, друзья, я просто многих уже знаю. Друзья, это те, кто
иногда многих я знаю, те, которые еще с мартовской конференции, кто-то к нам подсоединился летом, кого-то я знаю уже по региональным конференциям. Конечно, друзья, это естественный процесс, а для новичков, и поэтому мы разведем такие вещи, будем проводить также в среду, но на час раньше, 30, ну, там, наверное, 40-50-минутную вводную для новичков также и вечером, а потом уже будем проводить конференцию, ну, нашу встречу, вебинар, я больше так люблю называть, это для тех, кому нужна уже информация, для тех, кому необходимо понимать стратегию развития проекта, для тех, для кого комментарии того, что происходит, надо делать через призму Skyway, потому что, друзья, вот даже возьмите этот месяц, вот насколько сложно и насколько серьезная ситуация, которая идет вокруг проекта, вокруг нас, которая идет в мире. Помните, мы с Алексеем начали проводить вебинар по безопасности, буквально за этого дня взорвали самолет, произошла крупнейшая катастрофа в истории авиационной промышленности России, то есть аж перевозок, когда был теракт. И помните, я в первый же день сказал, что исходя из теории катастроф, которую я очень качественно изучал, будучи авиационным инженером, это террористический акт, это взрыв на борту самолета. Хотя меня даже обвинили одни из слушателей наших вебинаров, что почему я делаю выводы, когда официальные власти, когда официальная пресса или там структуры еще не говорят о том, что это теракт. Потом сказали англичане, что теракт, потом американцы, потом признали египтяне, и только через две недели наше правительство объявило о том, что действительно это террористический акт. Вот. И на фоне этого мы с вами... Потом были события в Париже, то же самое, это развитие внешних факторов, внешних противоречий, внешнего противоречия между золотым миллиардом и оставшимся миром, между тем, кто сегодня навязывает вот эту финансовую модель в мире, и теми, кто вынужден жить на 5-10 долларов в месяц. Это тоже ненормальная система, она тоже приводит к тем противоречиям, которые сегодня есть. И эта война с мусульманским миром, якобы, который сегодня инициирует. По сути дела, это устранение тех противоречий, той несправедливости, которая сегодня есть, которая сегодня в мире идет. Ну и сейчас уже дальше Россия ввязывается, ее втягивают в этот конфликт, и мы сегодня видим уже развитие событий в Сирии. Ну и вчера демарш Турции, когда она просто сбивает наш самолет на сирийской территории, это говорит о том, что, друзья, сценарий у этого конфликта очень далеко и глубоко прописан, что эти провокации и взрыв самолета в России, и взрыв самолета над Украиной сегодня. Это, друзья, говорит о том, что очень сложные времена, о которых мы с вами говорили с самого начала, они сегодня, вот они, мы живем среди них, и сегодня уже никто не может быть застрахован от того, что идет. Тот шторм, который идет за нашим экономическим ковчегом, который тоже ввели мы понятие за этот год, он все разрастается и увеличивается. И, друзья, выход, который сегодня мы строим, он только один. Это «Строй Skyway, спасай планету», «Строй Skyway, спасай Россию». Это уже не лозунги, это программа действий. Мы создаем эту систему, мы работаем в этой системе, мы вас призываем, мы делаем каждый день, и мы говорим, что, друзья, нас сегодня 220 тысяч, но это ничтожно мало для того, чтобы изменить сегодняшнюю систему. Мы можем начинать и понимать, что мы сила и что мы делаем, когда нас будет миллион, когда мы можем вот так вот одним движением профинансировать адресный проект в Париже, адресный проект в Челябинске, адресный проект в Дублине. Арманд сейчас сидит в аэропорту, летит из Ирландии. Завтра он, ну, перед советом директоров будет отчитываться. На следующем вебинаре мы обязательно его позовем. Он вам расскажет и в таком плане, что, как он доложил кабинету министров Ирландии, какие решения они приняли, как будет развиваться адресный проект в Ирландии. Вот. С Анатолием Эдуардовичем как раз согласовали уже строительство первого демонстрационного участка недалеко от Дублина. И как раз, друзья, мы должны для себя понимать, что такие проекты для нашей структуры, для нашей, должны решаться просто на раз. Когда мы с вами заплатили каждый там по 10-20 долларов, и проект реально готов. И вот тогда, друзья, мы реально будем превращаться в силу, мы будем реально превращаться в работающий инструмент, и тот, который может ставить цели, реализовывать цели, и самое главное, друзья, и защищать.
то, что делал. Потому что вы все знаете эту историю, когда после поддержки президента, тогда еще Медведева, нашего проекта, буквально в течение недели полигон, который строился в Озерах при поддержке Александра, ну или с подачи Александра Ивановича Лебедя, был уничтожен. И тогда нас горстка, скажем так, энтузиастов, те, кто организовывал, делал этот процесс, мы не могли этого защитить, мы не могли дальше продвигать этот проект. Сегодня мы идем другим путем, мы создаем сегодня рабочую организацию из тех, кому нужны результаты того, что мы делаем, из тех, кто хочет менять этот мир, кто хочет менять свое будущее, кто хочет того, чтобы цивилизация принесла не только разрушение, разрушение в экологии, разрушение в здоровье, разрушение в социальной сфере, когда люди начинают конфликтовать между собой из-за того, что не хватает еды, не хватает воды, не хватает территории, не хватает полезных ископаемых. Мы, друзья, говорим, струнные технологии инженера Юницкого, Транснет, ту систему, которую мы отстраиваем, они решают эти проблемы. И мы то, что сегодня делаем, друзья, мы делаем осознанно, мы понимаем, к чему это идет и какие результаты должно получить. Исходя из этого, друзья, одна из целей и задач, которую сегодня вам показать, это комплексность подхода, что сегодня некоторые там горячие головы или злые языки, или специально, я бы сказал, злопыхатели, которые сегодня, они пытаются противопоставить, допустим, фонд Skyway Invest Group, который сегодня там фонду Skyway Capital или там РСВ компании, сразу могу сказать, друзья, это большая глупость. Мы все работаем в одной системе, все работаем в одной структуре. У нас у всех разные задачи, которые мы сегодня решаем. Компания, которая сегодня создает свою сеть, свою делает, и наша задача сегодня обучить инвесторов, показать им перспективы работы, показать ценность тех обязательств, которые сегодня они получают, соответственно, для того, чтобы они дальше двигались и инвестировали, и поддерживали конструкторское бюро. Skyway Capital работает в своем сегменте рынка, который сегодня есть. Мы, друзья, то, что сегодня делаем, и вот то, что Алексей показал слайд, мы сегодня себя называем так называемым десантно-штурмовым батальоном. Ну, просто люблю я десантные войска, вот, потому что у самого были 1000 прыжков с парашютом. Вот. Правда, сейчас проблемы со спиной из-за этого очень серьезные, потому что перелом позвоночника в 7 местах при неудачном раскрытии. Вот. Но, тем не менее, никто кроме нас, это девиз всех десантников, это сегодня и наш с вами девиз. То есть мы создаем спецназ, так называемый, создаем именно острие, которое приходит и делает, реализует. Задача, наша задача, друзья, это за полгода 1 000 000 человек, как мы их называем, поставить под ряды Skyway, донести информацию, показать, рассказать, чтобы люди осознанно начали понимать то, что делают, то, что происходит, и какие они могут приносить сегодня пользу себе, своей семье, своей стране и дальше, так сказать. И для этого мы сейчас будем проводить конференции на 1000 человек, на 1000 участников практически в каждом регионе. И это, друзья, серьезная работа, это серьезная подготовка. И мы вас призываем, что, друзья, тот, кто находит и считает, что у него есть силы, тот, кто понимает и поддерживает проект, вы должны участвовать в этом проекте, вы должны нам помогать в этом. И должен каждый вносить свой посильный вклад. Мы вторник и четверг, вот завтра в 20 часов, Андрей с Виктором проводят обучение, то есть те, кто, друзья, кто работает, кто делает, значит, мы дадим весь инструмент для того, чтобы вы могли это делать. Мы обучим и покажем, как это надо делать. Там сейчас шло много там разговоров о дисконтах, о том, что где-то лучше, где-то хуже. Друзья, увидите вы все это, посмотрите. Глупости все это большая. Мы все работаем в одной системе. И нету разницы сегодня, где точка входа, через кого, через какую систему вы вошли. Все наши обязательства одни – это РСВ. Вся наша цель и задача – построить полигон и продемонстрировать, и приступить к реализации адресных проектов. А мы сегодня, друзья, направлены на то, именно наша группа, наша команда, для того, чтобы как можно больше сегодня привлекать людей, как можно большему количеству сегодня рассказывать об информации, доносить информацию из Skyway, чтобы у них появлялась возможность, которая сегодня есть. И завтра как раз вы увидите и услышите, и поймете, это ответ очень многим злопыхателям, которые пытаются сказать разные условия, разные фонды, разный подход. Нет, друзья, мы все работаем в одной системе. Но ту задачу, которую мы решаем, она сегодня крайне сложная. Она сегодня
выполнимая не всеми, но мы поставили такую задачу, и мы ее будем решать. Какие инструменты сегодня, друзья, мы для этого применяем и делаем, и одну из целей и задачи, которую вот с сегодняшнего вебинара мы вам показали, задекларировали, когда рассылали, это гектар земли. Это мощнейший инструмент, который сегодня нам в подарок, или, скажем, там, те условия, которые нам дал сегодня президент Путин, то, которое сегодня поддержало и сделало концепцию правительства Медведева, а вы знаете мое отношение к правительству Медведева, я крайне его не люблю, я крайне не люблю то, что они делают, потому что с профессиональной точки зрения, с экономической точки зрения, они неадекватны сегодняшней ситуации. Вот, то есть и те люди, которые сегодня отвечают за направление, там Аркадий Дворкович, Игорь Шувалов, Леша Улюкаев, там, Эльвира Набиуллина, те, кто так называемые либералы, а более правильно, извините за выражение, Миша Хазин сказал, либерасты, которые сегодня работают, они ведут какую-то странную экономическую политику, когда президент декларирует одно, они делают другое. Но, наверное, на это есть логическое объяснение, наверное, на это есть четкий баланс сил, раз президент терпит и сегодня они выполняют определенные вещи. С тем принятием решений, с тем объемом информации, который есть у первых лиц, мы можем только анализировать и понимать, что мы, какие процессы нам понятны, какие нет. Но, друзья, даже это правительство сегодня одобрило и запустило проект по гектару земли. И я могу сказать, что, друзья, это самое главное. Я готов за все остальное, простите, я даже если поставить на весы тот закон, который они сегодня готовят о приватизации, то есть чтобы продать все, что еще не допродали, там все эти «Газпромы», «Роснефти», «Транснефти», там чего еще там, «Росатом» и «Сбербанк» в придачу, да бог с ними, друзья, пускай продают, это все равно сегодня уже в сегодняшней ситуации, во-первых, не даст радикального изменения, а во-вторых, ну пускай они будут не какими-то скрытыми собственниками, реальными собственниками этих структур. Самое главное, друзья, они запускают проект по земле как инвестиционному ресурсу, и у нас с вами есть возможность получить землю и использовать его для развития программы. И здесь я могу сказать, друзья, сошлись два очень важных фактора. Первое, что президент задекларировал, правительство запустило, Дума сейчас принимает, и с 1 января этот закон начинает работать, а с 1 мая уже начинается выделение земли. И второй вопрос, друзья, мы с вами подготовили систему, когда идет строительство, и мы подготовили демонстрацию технологии, работает конструкторское бюро. И здесь я вам могу сказать, друзья, этот закон и эта земля без Skyway, без Транснета, это просто пшик. И поэтому сегодня сходятся эти два вектора, и это даст настолько мощнейший вектор и мощнейшее ускорение для развития и Дальнего Востока, и Сибири, и всей страны, что это оценить, друзья, не может сегодня никто, кто не понимает сути Skyway. Поэтому, когда мы говорим, что за 10 лет до 2024 года ВВП России увеличится в 10 раз, даже более чем в 10 раз, мы, друзья, знаем, о чем мы говорим. Мы знаем о тех проектах, которые мы будем запускать, о тех освоениях территорий, о строительстве линейных городов, о освоении десятков и сотен месторождений, которые сегодня находятся на севере Якутии, на севере Красноярского края, в Хантах. И это не просто нефть и газ, которые сегодня есть. Друзья, то, что сегодня меняется, это меняется шестой технологический уклад, это новые экономическая эволюция мира. И никто не будет отрицать, что вот эта штучка, то есть мобильный телефон, который сегодня, там, по-моему, уже 16-ядерный и является со 160, по-моему, 4 гигабайтами памяти, я как бывший учитель информатики в 90-м году, я таких цифр и объемов даже не мог предположить. А сегодня это лежит у меня в кармане, это обычный, ну, необычный, а хороший смартфон, который позволяет и находиться в интернете, и в онлайне проводить встречи. И когда я еду по дороге Подмосковье, Арманд находится в Ирландии, Алексей в Челябинске, а Андрей Ховратов в Таиланде, и мы можем по скайпу проводить рабочее совещание. Друзья, это, конечно, впечатляет. И даже сам иногда, когда пропадает связь, там начинаешь ругаться, вот никакой цивилизации. А когда сам подумаешь, когда ты едешь в машине, Андрей едет в машине в Таиланде, а Арман сидит в Дублине, и при этом мы все проводим совещание, у нас есть такая возможность, начинаешь поменять, да, друзья, мир несколько изменился за
последние там 30 лет, и насколько интернет убрал информационные границы, насколько интернет нам дал возможность, видите, 641 человек, я абсолютно уверен, из десятков стран мира и, наверное, со всех 5 континентов, которые сегодня здесь есть, вот, позволяют нам работать, обсуждать, намечать цели и реализовывать проекты. Это, друзья, то, что дал интернет, то, что дал пятый уклад, то, что мы с вами делаем. Дальше, друзья, мы реализуем шестой уклад. Это еще больше изменения, это еще больше уход от границ, то есть когда не будет границ ни на Евразийском континенте, когда вы из любой точки, так же как сегодня Skype, можете общаться бесплатно, также при развитии этого проекта вы через 10-15 лет будете в любой точке Евразии, в любую точку Евразии перемещаться бесплатно первым классом самолета. Мне тоже говорят, друзья, это утопия, этого не может быть. Я сразу показываю мобильный телефон, я говорю, друзья, сколько лет назад это была утопия? Сколько лет назад мы об этом не могли предположить? Сегодня это наша реальность. Так вот, шестой уклад, Транснет изменит мир еще быстрее, еще серьезнее, чем изменил интернет. И, соответственно, для кого-то это утопия, для кого-то это сказка. Но я могу сказать, что, друзья, люди, которые не знают, что такое закон Бернули, не знают, что такое подъемная сила, не знают, что такое законы сохранения энергии, они до сих пор не могут объяснить, как самолет летает. Представляете, 150 тонн махина крыльями не машет, жужжит, взад выкидывает газ и летит. И при этом перевозит еще по 300 пассажиров. Так вот, друзья, это все называется наукой, это все называется технологическим прогрессом. Так вот, когда в 1898 году Британская академия наук, Королевская академия наук, дала заключение, что аппараты тяжелее воздуха в ближайшие 30-50 лет не могут подняться в воздух, это было интересное заключение. Но через 3 года братья Райт подняли первый самолет, а через 10 лет уже были первые чемпионаты мира по скоростным гонкам, а еще через 15 лет уже были воздушные бои, когда началась Первая мировая война и авиация вошла с полным ходом в нашу жизнь. Поэтому, друзья, что еще, какие изменения произошли, чтобы вы тоже понимали логику того, что мы с вами делаем. Шейхи, которые сегодня претендуют на управление миром, которые считают, что если под ними океаны нефти, они могут диктовать условия или проводить свою идеологию, то есть это Саудовская Аравия, это Катар, это Турция, которая сегодня проводит очень странную политику. Так вот, друзья, эти шейхи еще 100 лет назад, там 120 лет назад ездили на верблюдах и жили в своих, там, я не знаю, чумах, так сказать, они не подозревали, что те океаны нефти, которые под ними находятся, это огромная ценность. И вот когда братья Райт запустили самолет, когда Форд построил первый конвейер, а Бенц сделал под это первую конструкцию современного в нашем понимании автомобиля, и когда нефть стала необходимой для того, чтобы двигались моторы и началась новая цивилизация, вот тогда эта нефть приобрела ценность. Тогда появились эти все империи Рокфеллеров, Ротшильдов, Морганов, еще там всякой вот этих вот лабуды. И связка нефть и доллар, вот вам последнее доминирование 100 лет. Сегодня ситуация меняется. Сегодня нефть не нужна в таком объеме. Сегодня при новом технологическом и новой экономической эволюции мира происходят изменения, которые неизбежно должны произойти. И эти изменения, они должны быть более справедливыми. Пускай богатые становятся богатыми, но бедных не должно быть. У таких компаний, которые будут в десятки раз крупнее, чем «Газпром» там, или General Electric, должны быть тысячи, сотни тысяч, миллионы акционеров. И каждый, кто принимает участие, должен получать свои плоды от этой работы. Это более справедливое устройство. И то, что сегодня делается, друзья, мы во всем этом участвуем. И если говорить по структурированию, то у нас сегодня в проекте Skyway есть 3 инвестиционных фонда. Это сама компания, которая привлекает инвесторов наиболее крупных. Это Skyway Capital и Skyway Invest Group. Еще раз я говорю, мы специализируемся и позиционируемся, что наша задача в течение 2016 года миллион человек вовлечь в проект Skyway. Соответственно, для этого мы создали инструмент очень мощный. Мы об этом будем много говорить на вебинарах. Мы будем проводить целую серию для этого обучения. Это связано с потребительским обществом, которое мы назвали Евразия, потому что мы все живем на евразийском континенте. Это как раз и инструмент для того, чтобы осуществлять взаимодействие между участниками, и для того, чтобы четко и по закону осуществлять вклад в потребительское общество и
получать вознаграждение. Вот, это отдельная работа, которая сегодня ведется. И третье направление, которое мы сейчас делаем, развиваем, это общественное движение. То есть мы, напомните, что мы задекларировали о том, что мы в обязательном порядке создадим общественно-политическое движение, которое перерастет в партию Евразия. На сегодняшний момент мы движемся в развитии общественного движения в поддержку SkyWay, вот куда мы, естественно, будем всех вас приглашать. Это общественное движение, которое должно создать информационный фон, который должно объединить все политические здравые силы, которые поддерживают развитие SkyWay, а в итоге поддерживают развитие страны. И в дальнейшем уже, конечно, это не в этом и не в следующем году, а как только мы перешагнем планку в миллион человек и у нас будет серьезная уже такая поддержка наших единомышленников, тогда, естественно, мы будем перерегистрировать это общественное движение в партию. И цель наша — это в 2021 году, когда уже объявлено, что голосование в Государственную Думу будет проходить через интернет, это сегодня общая мировая тенденция, вот тогда, друзья, мы будем готовиться уже к серьезной политической работе, к серьезным заявлениям о том, что мы будем отстаивать уже в парламенте и в правительстве, где у нас будут представители, для того, чтобы SkyWay развивался, для того, чтобы SkyWay строился, для того, чтобы он действительно занял ту нишу и ту задачу. Для этого ему надо помогать, для этого его надо защищать, для этого, друзья, его надо развивать. И помните, ну, кто был на конференции, мы тоже проводили такую интересную аналогию, что пока у нас нету силы, мы не можем защититься и мы не можем создать те условия, которые сегодня нам нужны. Поэтому это тоже направление, которое будем двигать. Вот, все будет развиваться своим чередом. Вот, мы не перескакиваем эти этапы, мы не ставим участие в политической жизни в этом году, то есть в 2016 году. Наша задача, друзья, это развивать проект, это обучать людей, это доводить информацию для того, чтобы у них была такая возможность. И здесь, друзья, мы, скажем так, плавно переходим к основной теме сегодняшнего вебинара – это гектар земли. Здесь я уже об этом говорил, это действительно очень важный шаг со стороны президента Путина, правительства, которое его поддержало, потому что, ну, я говорил, что за всю более чем тысячелетнюю историю там, развития России, Руси, не было такого, скажем так, такого эпизода или такого момента, когда государство начинает раздавать землю для того, чтобы стимулировать развитие. Была очень серьезная программа Столыпина, это в 1910-11 году, когда осваивали Сибирь, давали 5 гектар земли, и 5 миллионов человек переехало, и через самый крупный в Европе на тот момент российский банк потребкооперации кредитовались эти хозяйства, этот проект шел, но он был не настолько масштабный, и он шел несколько по другим принципам, чем сегодня закладывается. И после дневного вебинара меня, кстати, позвонил один очень интересный товарищ, он меня поправил, он историк, и он показал, что когда строилась Москва, тот Юрий Долгорукий раздавал землю бесплатно именно по 5 гектар, ну, в том эквиваленте, который на семью, и на 5 лет освобождал от пошлины, от подати в княжью казну. А если человек привозил с собой еще семью, то освобождали от подати эти две семьи на 10 лет. То есть, оказывается, так, что тут? Так, Алексей, ну я чатом не это самое... чатом не занимаюсь. Алексей, если там есть что-то нет, тогда включайте. Если как бы нет, я все-таки сторонник того, чтобы обмен во время выступления шел. Вот. Но единственное, что я сразу говорю, друзья, я в чат не погружаюсь, потому что он сильно отвлекает, и я тогда не могу идти по той программе, которую мы наметили. Так вот, друзья, оказывается, исторические моменты и практика, и исторический опыт, и начиная от Юрия Долгорукого и Столыпиным, он есть. И сегодня то, что сегодня возрождает президент Путин, это тоже очень серьезный шаг, который использует именно как инвестицию ресурс, который сегодня стоит ноль, для того, чтобы развивать регион. И здесь как раз мне просто даже страшно подумать, что бы это было, если бы
не было проекта Skyway, если бы не подошла технология сегодня с Мариной Горки, и мы с вами в марте месяце уже не готовы уже демонстрировать и показывать первые образцы, прототипы и запускать уже адресные проекты для того, чтобы реализовывать эту технологию. Так вот, друзья, вот здесь вот я обращаюсь уже к вам очень серьезно, и каждый из вас должен действительно задуматься над этим вопросом, потому что очень многие отвечают сегодня, и особенно нам, когда мы говорим, что, друзья, давайте доносить информацию, давайте вербовать людей, давайте искать союзников и для того, чтобы двигаться. И, соответственно, мне отвечают, я не сетевик, я не могу продвигать проект, я не могу людям продавать. Я продажник. И действительно, очень много барьеров, особенно у людей старшего поколения, есть такой барьер. И здесь я могу сказать, друзья, да, может быть, но весь вопрос. Вы слышали о программе президента Путина о гектаре земли на Дальнем Востоке? Вы слышали о том, что каждый желающий на территории Российской Федерации может заявиться и в обязательном порядке получить эту землю? Вы об этом слышали? Слышали, почему сегодня, вот у меня семья, если взять всех родственников, там, тещу и так далее, то есть больше 10 человек, значит, соответственно, мы можем заявиться и получить от государства 10 гектар земли на Дальнем Востоке. Другое дело, что тот, кто был в районе Благовещенской или Еврейской автономной, Еврейской области или где-нибудь в районе Комсомольска-на-Амуре, по закону сказано, что в радиусе 20 километров да, по земле. Кстати, друзья, вот по земле задавайте вопросы, я буду на них отвечать, потому что я все ответы, все вопросы знаю, поэтому пишите, если вдруг что-то что-то будет из новых вопросов. Значит, соответственно, по закону, который сегодня принимается и который одобрил Путин и правительство, я думаю, что он мало чем изменится, каждый желающий может, россиянин, я пока оговорюсь, потому что дальше это будет наша уже работа, когда мы будем привлекать и давать такие же возможности не только россиянам, а сначала гражданам Беларуси, потом Евразийского союза, потом Евразийского континента. Вообще, в конечном, мы должны прийти, что каждый желающий, кто хочет участвовать в этой программе, должен получить возможность получить землю. Так вот, теперь, друзья, если вы хотите взять землю, гектар земли, знаете, сколько всего в Российской Федерации земли гектар? Вот, я вам скажу, более триллиона. Так вот, если вы берете землю, то где гарантия того, что эта земля будет именно та востребована и та капитализирована, как сегодня, допустим, капитализирована земля на Васильевском спуске или в пределах Садового кольца или где-нибудь рядом с Сенной площадью в Санкт-Петербурге. Так вот, друзья, я могу четко сейчас сказать, что накладывая это на проект линейного города Евразия, накладывая это на технологию Транснета и Skyway, который сегодня создается, то есть когда через потребительское общество Евразия вы будете запрашивать, и мы вам будем давать координаты того гектара земли, который мы вам рекомендуем дать, то есть это в логике наших линейных городов. Так вот, я могу сказать, все, кто придет и получит землю через наш проект, он будет иметь землю в линейном городе. И я могу сказать, из того триллиона гектаров, которые сегодня есть на территории Российской Федерации, он будет иметь самую капитализированную землю, цена которой будет сопоставима с землей на Красной площади. Сейчас вы можете относиться к этому как угодно. Сейчас вы можете в это верить, можете не верить, это абсолютно все равно. Это все равно, что если бы Дмитрий Иванович Менделеев говорил, что, ребята, нефть, которая под землей, это не сметное богатство. И помните его утверждение, очень крылатое такое утверждение, которое в институте имени Губкина висит, что топить топки домов или двигателей нефтью и бензином, который из него сделан, это все равно, что топить ассигнациями. То есть это очень дорого и непростительно, потому что ценность нефти, как углеводородного сырья, который единственный на Земле есть бензольные кольца, которые нужны для нефтехимии, другого сырья такого нет. И то, что мы его сжигаем сегодня в электростанциях, сжигаем в самолетах, сжигаем в автомобилях, это большая глупость, потому что другого решения сегодня технического не было до сегодняшнего момента. А мое такое любимое утверждение, что самолеты, на которых мы летаем, это птеродактили цивилизации, то есть это чудовищная машина, которая убивает экологию, ну помимо того, что когда она падает, она еще и убивает тех людей, которые в ней находятся.
Вот. Так вот, она еще и сжигает сотни тонн керосина за один полет в самых незащищенных слоях стратосферы. И если бы мы сегодня могли оценить вред экологии, который наносит один полет, мы бы отказались с вами от самолетов. Но почему мы, друзья, не можем отказаться? Потому что самое ценное в нашей жизни – это время. Это время, которое мы живем. Поэтому то, что самолет за несколько часов может перевозить на тысячи километров, мы миримся с этим птеродактилем цивилизации, мы соглашаемся, что мы убиваем природу, сжигая миллионы тонн в стратосфере, мы соглашаемся, что у нас есть риск попасть в авиационную катастрофу, но самое ценное – это время, и мы вынуждены за это платить. Другой момент, друзья, у нас сегодня, вы вдумайтесь в цифру, мы тоже ее не раз озвучивали, 1,5 миллиона человек в год гибнет на дорогах. Это больше, чем во всех конфликтах вместе взятых, 10 миллионов становятся инвалидами. То есть это реально полноценная война между машинами, между цивилизациями и человеком. И мы все равно с этим миримся. Почему? Потому что без автомобиля, без этого сегодня порождения цивилизации мы сегодня существовать уже не можем. Поэтому следующий наш этап, друзья, мы из экогенной технологии, то есть которая сегодня техногенной, которая сегодня порождает проблемы и которая сегодня убивает людей, ухудшает экологию, которая не дает нам полноценно жить, мы переходим в экогенную технологию, то есть экологическую, которая будет мало того, что создает новые условия для жизни, она будет и решать те техногенные проблемы, которые сегодня есть. И поэтому логика, вот, друзья, вот сейчас о том, что мы говорим, когда вы приходите в проект гектара земли, не просто так и говорите, дайте мне из триллиона земли, из триллиона гектаров где-нибудь землю, как сегодня дает и дает право правительство. Когда мы говорим, что, друзья, прежде чем попросить этот гектар земли, подумайте и поизучайте проект Skyway. Когда мы говорим, что мы создаем кассу, которая будет являться линейным городом, которая будет создавать бизнес, то есть одна такая трасса по своему бизнесу будет примерно в 10 раз превосходить экспортные возможности Газпрома, то есть прибыль, которую она будет давать, настолько велика, что хватит и для того, чтобы создать социальную сферу новую, и бесплатное образование в этом городе, и бесплатное медицинское обслуживание на очень высоком уровне, и создать очень сегодняшнюю современную систему безопасности, где практически будет исключена преступность, потому что она будет абсолютно контролируема с информационного пространства. Это даст абсолютную экологию, и каждая семья будет иметь дом минимум 500 квадратов, причем по цене среднего автомобиля. Друзья, я могу это перечислять бесконечно, мне сразу возникает вопрос, это утопия, этого не может быть. Я, друзья, сразу поднимаю, интернет, телефон, связь, это все дал пятый уклад, и это уже все реализовано. То, что мы делаем, это кажется фантастикой для тех, кто только подключается. А для нас, друзья, когда я там каждый месяц бываю в конструкторском бюро, когда я вижу, где проектируются уже эти здания, уже подвижной состав, уже дома, которые будут строиться абсолютно по новым технологиям, которые будут крайне технологичные, крайне экологичные и абсолютно дешевые. То есть, еще раз, я не зря сказал, что дом в 500 квадратов для одной семьи, это будет цена среднего автомобиля, даже не экстра-класса, не премиум-класса, а среднего автомобиля. И через потребительское общество вы будете получать кредит из суду беспроцентную на строительство этого жилья. И потом по мере работы в программе Skyway вы будете это возвращать. И это абсолютно программа, которая сегодня готова и которую мы сегодня с вами реализуем. А теперь, друзья, я вам задаю вопрос. Вы будете отказываться, когда президент Путин вам делает подарок в виде 10 гектаров на семью, где вы можете поставить свое родовое хозяйство, куда вы можете из любой точки России в течение там, нескольких часов добраться, и у вас будет своя земля, у вас будет свое родовое поместье, у вас будет своя экологическая, и из нее вы можете в любую точку приехать, при том, что у вас там будет интернет, у вас там будет энергетика, и вы будете жить в абсолютно 100% экологическом месте. И я вам могу сказать, вы будете от этого отказываться? И я хочу услышать вопрос или человек, который скажет, поэтому самый основной аргумент, я в это не верю. И здесь как раз, друзья, я обращаюсь ко всем вам, кто уже в проекте. Мы говорим, что слушай, ты верь или не верь, это твое личное дело. То есть кто-то верит в самолет в начале 19, ну, в начале 20 века, кто-то в него не верил. Но, друзья, при этом братья Райт
а потом Боинг, а потом Ньюпор, а потом Юнкерс, они уже, а потом Туполев и Сикорский, они уже создавали эти самолеты. Поэтому им не важно было, верил кто-то в то, что аппараты тяжелее воздуха могут летать, или не верить. Так вот, друзья, сейчас мы подошли к тому, что проект государства нам сегодня дает уникальнейшую возможность. Берите землю как инвестиционный ресурс и осваивайте ему. А проект Skyway, потребительское общество Евразия, говорит: друзья, мы сегодня, исходя из технологии, которую мы финансируем и создаем, на наши деньги сегодня работают конструктора, на наши деньги сегодня строится полигон, мы создаем эту технологию. Так вот, эта технология, наложена на гектар земли сегодня, может дать просто колоссальный эффект, когда эта земля будет дороже, чем сегодня земля на Красной площади. И я вам задаю вопрос. Когда вам бесплатно президент раздает эту землю, а вы можете стать и участником через потребительское общество, получить эту землю именно в том месте, которое будет самое эффективное, а мы будем определять, где это место, никто другой. Где пройдет трасса, соответственно, коридор в 10-20 километров, это и будет та самая востребованная зона на Евразийском континенте. И когда мы вам задаем вопрос, друзья, вам дают возможность получить эту землю, вся ваша сегодня трудозатраты — это зайти в личный кабинет ПО, зарегистрироваться и оставить заявку на эту землю. Все, друзья, больше от вас ничего не требуется. Все остальное за вас сделаем мы. Мы отправим в правительство заявку, мы дадим координаты, вы получите на каждого члена семьи по гектару земли, и дальше изучайте, смотрите, вы уже обладатели ресурса, который через 20 лет будет самым дорогим на Евразийском континенте. Это, друзья, мы вам не то что гарантируем, это все развитие проекта. А дальше изучайте, смотрите, хотите — инвестируйте, докупайте обязательства и акции, не хотите — не инвестируйте. Самый главный шаг вы сделали. И здесь, друзья, я могу сказать, вот здесь в проекте, вы, кто верите и знаете, и вы уже изучаете технологии, вы понимаете, что Марьина горка — это не какое-то географическое название, а это строительство демонстрационных стендов и полигонов, там, где будет испытание. И то, что сегодня вы зайдете на сайт, вы видите, как монтируются опоры. Маргарита Медонецкая, за что и большое спасибо, растамаживает уже устройства, которые будут натягивать струны, анкировать, все это изготавливается на ведущих мировых производителях. Друзья, весь этот процесс идет. И здесь вопрос, вот вы можете себе простить, если ваши родственники или ваши друзья, к кому вы хорошо относитесь, или ваши коллеги по работе, которые не верят в Skyway, которые говорят: друзья, это все фигня, это все никому не надо, и они не будут участвовать в этом проекте. Поэтому, друзья, вот давайте поставим цель и задачи. Неважно, верит человек в Skyway, в шестой технологический уклад, технологический прогресс, в развитие технологии Юницкого, о том, что Skyway Invest Group привлечет 1 000 000 человек. Неважно, друзья, верит он в это, не верит. Сделайте так, чтобы этот человек заявился на гектар земли, который сегодня дает президент Путин. И со временем он вам скажет спасибо, потому что неважно, верит, не верит, друзья, когда мы построим, покажем, продемонстрируем, в это поверят все. И на это осталось меньше года. А вот получить гектар земли сегодня в логике линейного города, здесь, друзья, уже успеют не все. И этот процесс, то есть вы понимаете, когда 1 000 000 человек заявится, это более чем будет на семью более чем 20-30 миллионов гектар земли. Все, друзья, больше для линейного города уже не надо. Та земля, которая будет уже дальше от него находиться, она, конечно, будет иметь совсем другую ценность, потому что строить даже струнные дороги в тайге Дальнего Востока, в тайге Сибири, это весьма проблематично. Поэтому эта история, эта возможность, она будет примерно в течение ближайших полугода, которые сегодня есть. И здесь, друзья, мы вас призываем к тому, что не можете вы продавать обязательства, считаете, что вы не продажник, и вам стыдно кому-то что-то предлагать. Так вот, друзья, давайте на это приглашать своих друзей, родственников, и не важно, что они верят или не верят. Вы задавайте вопрос. Вам президент Путин дарит землю, которая будет самой дорогой в Евразийском континенте. Поэтому ваша задача — это кивнуть головой, а дальше мы даже организуем, у нас сегодня работает очень серьезная служба техподдержки, которая будет за вас все делать, регистрировать, отправлять,
получать, оформлять заявление. Поэтому, друзья, ваша задача просто сказать, что я хочу, и подписать определенные документы, потому что там будет письменное заявление. Так вот, друзья, этот процесс сегодня пошел, и я очень там надеялся и ждал, что это сделают нам подарок 25 октября, как правительство обещало, но они своих сроков никогда из этих дат своих не соблюдают, но слава Богу, что они это сделали и запустили. И это, друзья, могу сказать, это основное, для чего мы готовили проект. Это основное, для чего мы сегодня запускаем Марьину горку, которая будет демонстрировать. Это возможности, которые позволят реализовать проект линейного города, позволят освоить дальневосточный регион, позволят прийти к сегодня недоступным месторождениям Якутии, Красноярского края, и Норильска и так далее по северу, то есть там, где у нас лежат основные сегодня запасники. Это все возможности технологии Skyway. А мы, друзья, готовим сейчас с вами среду, где мы будем жить в экологически чистых местах, на берегу озер, рек, в абсолютно чистых местах, где у нас будет 100% высокоскоростной интернет с сегодняшними скоростями, просто несравнимый. То есть я себе вот уже дома ставлю интернет, у меня уже 300 мегабит, сейчас вот я попросил, мне уже ставят 500. В Европе таких даже не слышали. Так вот, тот интернет, который будет в наших городах, в наших родовых поместьях, в которых скорость интернета будет еще выше, то есть качественно. И, соответственно, вторая возможность, которая у вас будет, это в течение нескольких часов, то есть от 5 до 10 часов, практически из своего родового поместья попасть в любую точку евразийского континента со временем и в любую точку мира. Это то, что делает Transnet сеть, это то, что делает сегодня скоростная, высокоскоростная технология струнного транспорта Юницкого. И это, друзья, мы реализуем, это поэтапное развитие, мы не говорим, что это будет сегодня или завтра. Вот, то есть у нас по закону есть 5 лет на то, что планировали, а мы это обязательно сделаем, и не за 5 лет, а за 2 года. Мы должны в течение 5 лет начать строительство на этих участках, мы обязательно начнем строить, мы начнем строить станции, мы начнем строить, реализовывать проекты. Поэтому, друзья, по закону, через потребительское общество вы выполните все условия, требования закона, которые есть, то есть начало экономической деятельности, освоение, потом строительство, все это будет реализовано, и, соответственно, через 5 лет эта земля перейдет к вам в долгосрочную аренду, а через 10 лет вы получите ее в собственность, соответственно, дальше вы ее будете распоряжаться, как это будет ваш семейный ресурс, и я вам могу сказать, кто сегодня войдет в этот проект, это сразу я могу сказать, что это даже не миллионы долларов в сегодняшнем эквиваленте, а это намного выше. Это тот актив, который сегодня дает государство, но он сработает только тогда, когда мы с вами все объединимся, потому что разрозненные гектары, как вы понимаете, даже в миллионах людей, если возьмут сегодня разрозненные гектары, они никому не нужны. Нужна логика единого коридора, единого линейного города, единой технологии и единой структуры. И этим занимается как раз потребительское общество. И я могу сказать, кроме этого потребительского общества, этот проект не может реализовать никто. И поэтому миллион человек, которые туда придут и заявятся на эту землю, это как раз и миллион человек, которые поддержат проект, и миллион человек, которые встанут в общественное движение и защитят этот проект, когда на него будут нерадивые, я бы сказал, чиновники и конкуренты наезжать. И это те друзья, которые потом получат выгоду от капитализации земли, от капитализации интеллектуальной собственности, от реализации этого венчурного проекта, который мы сегодня, друзья, занимаемся. И вот сейчас я вам могу задать риторические вопросы, даже не буду смотреть ответы и как каждый на него. Я могу сказать, что и что вы будете от этого отказываться? Вот я могу сказать, вот есть хоть один человек сегодня в чате, который скажет, нет, я не буду брать эту землю, она мне не нужна. Вот есть такой человек, я готов его включить сейчас в прямой эфир, и чтобы человек аргументировал и сказал, что я не хочу этого делать. Ну, друзья, конечно, я ответ знаю. И это с точки зрения здравого смысла. Основное, что мы с вами будем слышать в ответ, друзья, это вы к этому готовьтесь, и всегда будет вопрос, что я в это не верю.
Я не верю в технологию Юницкого, я не верю в технологию Skyway, и вы этого никогда не сделаете. Вот здесь вот, друзья, уже когда веришь, не веришь, и начинается конструктивный разговор, тогда говорит, ребята, почему вы не верите? Вот 15 лет, вы смотрели репортаж в начале вебинара. Вот 15 лет назад построены опоры, ЗИЛ-131 испытано делать работу. Вот сегодня строится, делается, вот уже модель, вот уже строится анкерная опора. В марте месяце будет продемонстрирована легкая система, на которую уже Армант нам оформляет заказы в Ирландии, в Лондоне, Алексей в Челябинске. В ближайшее время его тут готовят командировку в Париж и в Монреаль, где он будет встречаться с мэрами этих городов и продвигать. Поэтому, друзья, этот процесс идет. Поэтому почему и туда включаются серьезные инвесторы, серьезные люди. То есть почему мы говорим, что это не... в сентябре следующего года будет продемонстрирован прототип городской системы и прототип скоростной системы. Поэтому, друзья, верите вы в это, не верите, этот процесс идет. Но у вас уже появляется аргумент, который будет 100% работать, что технология создается, что она работает. Основной потом говорит, ребята, вам не дадут это сделать, вам никогда не дадут это, на это выйти. Так вот, друзья, на сегодняшний момент это может быть весомый аргумент. Но миллион человек, который вступит в потребительское общество Евразии и получит землю через потребительское общество и будет заинтересован, чтобы построился в чистом поле, ни у кого не отбирая ни одной копейки и не наступая ни на чьи интересы, который будет строить новый город и новую систему, я могу сказать, почему нам помешают это сделать, когда миллион человек, а когда 5, а когда 10. Понимаете, друзья? Поэтому то, что мы сейчас с вами делаем, это путь, по которому мы идем, и который остановить сегодня практически невозможно. И поэтому, что мы сегодня говорим и практически вопрос делаете? Да, реализация, ледокол, который мы запустили, привлечение в проект Skyway, это огромная работа. И в течение 3-4 месяцев мы должны это сделать. Это будет огромнейшее подспорье сегодняшнему конструкторскому бюро. Мы финансировать его день. Мы ни на секунду не имеем права снизить объемы привлеченных сегодня инвесторов и инвестиций, потому что иначе встанет под вопрос работа. Но второй вопрос, параллельная работа, это регистрация, это получение земли и, соответственно, приход. Более того, есть очень многие аргументы, которые говорят, а я хочу вот взять гектар земли недалеко от Благовещенска. Ради бога, у каждого человека есть несколько членов семьи. Мы говорим, ребята, ну возьмите гектар, два возле Благовещенска. Но тещин гектар, тестя, дочки, еще какой-то, вложите в этот город. Инвестируйте эту землю, которую вам дает государство, бесплатно в этот проект. Если вы взяли бесплатно землю и инвестировали его в проект, который должен в перспективе стать миллионными там, евразийских рублей, которые мы сегодня начинаем оперировать, то отказываться от этого, друзья, ну я думаю, что глупо. Поэтому мы будем еще на эту тему с вами говорить, мы будем проводить эти аргументы. В каждом регионе, где мы будем проводить конференцию, она будет состоять из нескольких основных вещей. Это финансирование адресного проекта в этом регионе, который мы на следующий год уже будем запускать. И это весна следующего года. Пойдут десятки и десятки проектов в основных городах сегодня. Это гектар земли, который используется как инвестиционный ресурс, который, ну, можно сравнить. Помните ваучеры, которые были в начале 90-х? Кто-то его продал за бутылку водки, кто-то его выбросил, как вот у меня мама, она просто до сих пор лежит у нее в шкафу. А кто-то поменял его на акции «Газпрома», «Норильского никеля» и, соответственно, сегодня получает дивиденды. Точно так же и земля. Можно ее взять и посадить картошку под Благовещенском, а можно инвестировать ее в проект именно Skyway, линейного города, и через какое-то время... Так, вступайте в ноты, мы вернем настоящую конституцию. Так, Вячеслав Новоско. Так, друзья, давайте вот таких вот вещей. Я, конечно, понимаю, что я тоже где-то на стыке это самое, но давайте без нодов и без вот этих вот конституций. Мы в эти вещи во все не играем, мы объединяем только здравые силы. Нас устраивает сегодняшняя конституция, нас устраивает сегодняшний президент, нас устраивает даже сегодняшнее правительство, которое... я надеюсь, заменят в ближайшие 3-4 месяца, но который дает нам сегодня закон. Поэтому давайте, друзья, видите, что у нас написано? Мы объединяем мир, поэтому мы ни с кем не воюем, мы не против кого, мы за. Мы за Skyway, мы за развитие. Так,
заявки еще раз надо оформлять. Да, друзья, значит, то, что мы с вами проводили анкетирование, в прошлом году мы собирали заявки, это мы с вами делали предварительную работу, когда мы показали и в правительстве, и показали в администрации о том, что у нас есть десятки тысяч людей, которые готовы участвовать в этом проекте. Сегодня надо через личный кабинет потребительского общества зайти, зарегистрироваться, верифицироваться, и там будет форма, каким образом вам получить от нас координаты того гектара земли, который вы должны получить, и, соответственно, мы эту заявку с координатами отправляем в правительство, и вы получаете эту землю. Потому что по закону землю может получить только персональный гражданин, никакая организация. Эту землю нельзя никому передать в управление, эту землю нельзя никому продать. И в данном случае, друзья, через потребительское общество нам и не надо сегодня ничего этого делать. Нам надо сегодня, чтобы каждый участник потребительского общества, каждый участник проекта Skyway получил землю именно в тех координатах, в той линейной системе, которую мы вам дадим. Больше, друзья, вам ничего не надо. И, соответственно, ваша инвестиция – это вникнуть в это, понять, что мы от вас хотим, и, соответственно, дать согласие, чтобы ваша земля находилась в том линейном городе, который мы сегодня. Так, главный вопрос, конечно, иностранцы, это очень всех волнует, потому что у нас огромное количество людей, поддерживающих проект, не россиян. Сразу могу сказать, что на сегодняшний момент тот проект закона, который сегодня реализуется, он не предполагает участие иностранцев, к сожалению. Вот мы считаем это неправильно, но давайте слона есть по частям. Мы поставили вопрос, и мы сегодня уже ведем ряд переговоров с политическими силами, которые поддерживают проект, для того, чтобы сначала разрешить участвовать в этом проекте линейного города и гектара земли жителям Белоруссии, потом жителям Евразийского пространства, Евразийского союза, экономического союза, а со временем и всего Евразийского континента. Мы сегодня обсуждаем вопрос о том, что для иностранцев, которые вступят в потребительское общество, мы через потребительское общество, как ПАЙ, можем закреплять гектар земли, которым будет распоряжаться само общество. Такая возможность есть. И третий вариант, шаг, который мы прорабатываем, что мы будем предлагать иностранным гражданам, сегодня законом Российской Федерации это не запрещено, давать заявки на двойное гражданство, и при удовлетворении и выдаче двойного гражданства, вместе с двойным гражданством вы будете получать соответственно, гектар земли в линейном городе. Вот. Но это, друзья, сразу могу сказать, это не одного дня работа. Мы считаем, что каждый желающий, который поддерживает Skyway, где бы он ни находился, какой национальности, какое гражданство, какого вероисповедания и, самое главное, даже какого пола, соответственно, чтобы он имел возможность участвовать в этом проекте. Вот. Поэтому, по-моему, я ответил на все вопросы. Если в семье 4 человека, всем по-своему, да, потому что здесь, Евгений, очень важный вопрос, что гектар земли и номер, который это, он уникальный, поэтому надо каждого зарегистрировать в потребительском обществе, каждому завести личный кабинет, через этот личный кабинет получить координаты этого гектара, и только потом это можно будет отправлять в правительство для того, чтобы вами закрепляли этот гектар земли. Так, в разделе. Так, друзья, ничего страшного, ВЛК нет, еще и закона нет. Поэтому мы с вами сейчас четко говорим и делаем, что закон начинает работать с 1 января, а землю начинают выдавать только с 1 мая. Поэтому, друзья, время у нас есть. А почему мы сейчас начинаем об этом говорить? Потому что нам надо готовить сейчас людей, нам надо готовить сегодня вас к тому, чтобы когда пошел вал, чтобы мы разом не получали по 100 тысяч заявок в день. Поэтому мы эту работу начинаем, как только нам правительство дало отмашку, как только на прошлой неделе Путин сказал, что все, этот закон изменений не претерпит, и он пойдет в таком виде. Все, друзья, мы начали работать, потому что нам президент ставит задачи, мы, соответственно, их выполняем. Я считаю, что за то время правления с 18 по 24 год, который президент Путин еще будет нашим президентом, соответственно, за это время и должна быть реализована эта логика линейного города, и миллион людей должны получить эту землю и уже получать эффект от земли, потому что это его инициатива, это его прерогатива. В данном случае, друзья, мы просто чисто технические исполнители, которые подготовили для этого технологию, которые создали для этого прототип, которые спроектировали
систему, которая будет это реализовывать, а дальше все это наложено. Вот. Ну, давайте, друзья, есть ли еще какие-то вопросы, которые регистрация на несовершеннолетних? Здесь, друзья, закон нам пока такое право не дает, пока он только о совершеннолетних детях, но мы внесли такое предложение, и у меня есть определенная уверенность, что законодатели разрешат регистрировать землю. Вы же понимаете, в чем суть? Это резервирование земли. Это никто ее в собственность пока не дает. Вы даете заявку, за вами закрепляется эта земля. Через 5 лет, если вы даете отчет о том, что вы там начинаете экономическую деятельность, вам дается бессрочная аренда. Через 10 лет вы показываете результаты, она переходит вам в собственность. Естественно, это все будет реализовываться только нашей совместной работой в потребительском обществе. Поэтому я знаю о том, что там некоторые сегодня законодатели вносят в этот закон правку о том, чтобы несовершеннолетним детям то же самое закреплять. Вот. Поэтому давайте посмотрим после первого чтения, это буквально будет через 2 недели, и, соответственно, мы на этот вопрос ответим. Но даже если они не дадут права, то все равно с совершеннолетними детьми, со всеми родственниками. И здесь вопрос, друзья, тоже задавали вопрос, когда мы первый раз делали прямое родство, обязательно, не обязательно, как заявлять. Вот здесь как раз, друзья, ответ очень простой. Каждого регистрируйте, каждый дает заявку, каждому получаются свои координаты. Поэтому здесь ответы очень простые. Если у вас 10 членов семьи, значит, соответственно, 10 личных кабинетов, 10 заявок, 10 координат гектара, 10 обращений в правительство и, соответственно, 10 гектар, которые закрепляют. Так, Казахстан входит в заявку на землю. Вот это как раз я только что ответил на этот вопрос. По сегодняшнему закону нет, но я надеюсь, что за 2016 год, максимум, когда будет избрана новая дума в сентябре следующего года, я думаю, что мы очень быстро решим вопрос по Евразийскому пространству, Евразийскому экономическому союзу, чтобы всем жителям Евразийского экономического союза дано такое же право участвовать в этом проекте. Так, теперь второй вопрос, еще тоже очень важный, он тоже обсуждается, и вы слышали комментарии Трутнева, это представитель президента в Дальневосточном округе, где он четко сказал, что закон, который мы сейчас запускаем и делаем, это только пилотный проект, который на Дальнем Востоке, дальше он будет тиражирован на Сибирь, а дальше он будет тиражирован фактически на всю территорию России. Поэтому я думаю, что в законе мы увидим норму о том, что этот закон может быть дальше дублицирован и дальше развиваться по этому закону. Ну все, друзья, давайте, время уже у нас 21:30, но я считаю, что эта тема, и ее очень быстро таким образом не закрыть. Вот мы будем еще об этом много говорить, поэтому, друзья, я могу сказать, что не то, что я вас с этим поздравляю, я не люблю таких пафосных слов, мы этого долго ждали, мы с вами это много обсуждали, и сегодня, наконец, нам дали старт, нам дали возможность, а мы, соответственно, накладываем, то есть вы понимаете, что только те, кто находится на этом вебинаре, вы понимаете ценность этого гектара, потому что перед началом вебинара мы с вами смотрели репортажи с Мариной Горки, где идет строительство, и вы, как никто иной, понимаете реальность того, что происходит. Соответственно, этот гектар на ту технологию, которая есть, это, друзья, не просто гремучая смесь, это гарантия того, что кто участвует в этом проекте. Опять же, не люблю говорить миллионеры, миллиардеры, но я могу сказать, что вы будете весьма обеспеченными людьми, потому что это сегодня дает развитие цивилизации, это дает развитие технологического процесса, и мы сегодня с вами находимся в нужное время, в нужном месте. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Естественно, строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету. Это не лозунг, это уже руководство к действию. Мы объединяем мир. Это сегодня Transnet Group, это сегодня ПО Евразия, это сегодня Skyway Invest Group, это сегодня общая наша компания RSV System, которая сегодня создает технологию. Поэтому, друзья, я вам сегодня рекомендую сейчас, кто еще не совсем ложится спать, посмотреть песочное шоу. Я думаю, что это будет очень серьезный такой заряд для тех, кто не был, ну а для тех, кто был на конференции, вспомнить. Все, друзья, извиняюсь, что я чуть-чуть перебрал времени, но я считаю, оно на сегодня того стоило. Всего доброго. Завтра в 20 часов
Очень будет важные вебинары новости Андрея с Виктором, поэтому кто еще пойдет на эту встречу, я думаю, друзья, на эту неделю у вас будет обеспеченная сегодняшний вебинар и завтрашняя встреча. Я думаю, что положительных эмоций у вас будет до конца недели через край. Всего доброго, до встречи.